Второй год сцены Сестрорского дома культуры становятся театральными подмостками для чтецов Волховского района. Всех самодеятельных артистов, приехавших в Сестрой из разных населенных пунктов, из Волхова-1 и Волхова-2, из Колчановской волости и из села Старая Ладога, объединяет любовь к поэзии. Начали выступления юные артисты, воспитанники Сестройской специальной коррекционной школы. Здравствуй, Родина моя! Я пою и в тишине, подпевают птицы мне, травы шепчут мне в пути, ты скорее, дружок, расти. Отвечаю травам я, отвечаю солнцу я, отвечаю ветру я. Здравствуй, Родина моя! Далее на сцену поднимались взрослые, члены первичных общественных организаций инвалидов района. Со сцены звучали как строчки, написанные классиками, так и стихи наших современников. Немалая часть прозвучавших поэтических произведений принадлежала перу самобытных поэтов, живущих в нашем Приладожском крае. Любовь к родной земле, к людям, живущим на ней, можно было ощутить и в работах народных умельцев. На выставке, которая была организована в фойе Дома культуры, члены общественных организаций инвалидов района представляли свои работы. Я свяжу и потом любуюсь. Вот маленькую свяжу на коленку, ай, как красиво. На коленке играю, ай, как красиво. Очень даже. А сейчас дочка нашла что-то давнишнее. Ой, какое, что-то мне понравилось. Вот, а это наседка сидит, завтра птенцы будут. Приятные воспоминания об общении с искусством поэзии, о радушии коллектива сотрудников Сестрорского дома культуры и о темпераменте ведущих, членов кружка «Юный журналист», участники фестиваля увезут с собой. А еще об этой встрече им будут напоминать грамоты и подарки.